Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в конце апреля. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила руководитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц. «Конкретный день пока не определен, но это будет в конце апреля», — сказала Макунц. Ранее Пашинян заявлял, что в апреле подаст в отставку для проведения в Армении досрочных парламентских выборов. «В апреле я подам в отставку. Не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера», — сказал Пашинян 28 марта. Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня. Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы парламента.